Финальные гастроли шоу «Морских гигантов». На протяжении месяца артисты из разных городов страны дарили курянам настоящий праздник. Завораживающие номера с лошадьми, невероятная ловкость жонглеров, веселые клоуны. А в финальной программе удивляли гимнасты, которые парили под самым куполом цирка. Кто не успел увидеть шоу раньше, получили возможность побывать на финальном представлении. Курский цирк организовал социальный проект с льготными показами. Инициативу поддержала Курская государственная сельскохозяйственная академия. С приобретением билетов помог бизнесмен Николай Полторацкий. Жизнь – это не только формулы, методики, инструкции. Это прежде всего опыт. И вот такие социальные проекты очень важны для академии, для города, для нашего региона. И шоу действительно удалось. Яркие впечатления и много эмоций. Кроме того, финальный показ программы совпал со Днем любви, семьи и верности. Праздником, который тесно связан с цирком, где всегда трудились целыми династиями. Мне больше всего там нравятся животные или там акробаты. Мне больше всего лев. Цирк – это всегда тот праздник, который... объединяет и детей, и взрослых. И вот такие хорошие летние дни – это реально поднимет настроение. Огромные морские львы выступили главными героями шоу «Морских гигантов». На манеже они продемонстрировали настоящее мастерство жонглирования. Новые представления уже не за горами. Кроме того, у цирка есть планы по реализации дополнительных проектов. У нас есть такой проект, задумка. Мы очень хотим показывать, да, внутреннее содержание цирка, закулисье, как, да, ухаживают за животными. И надеемся, что у нас получится возродить детскую студию для деток, где они смогут и сами и ухаживать, и смотреть, и учиться искусству жонглирования, клоунады. Виктория Шуваева, Анастасия Шугаева, Геннадий Воробьев. События дня.